В ближайшие дни в Подмосковье сохранится температура воздуха около плюс 35 градусов при низкой относительной влажности. Такая погода опасна солнечными и тепловыми ударами. В связи с этим Министерство транспорта Московской области призывает водителей следить за исправностью кондиционеров и аккумуляторов своих автомобилей. Обязательно брать в дорогу воду, не оставлять в салоне детей и животных. А главное – соблюдать скоростной режим и избегать опасных маневров.